Ой, а что, я не накрашенная, что ли? Ну ладно. Пофиг, ну не успела. День такой. Крошки! Вот. Что вы у меня в тени? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет челлендж смузи. Кристина, что ты там смотришь? Выключай. Фон выключи. Она видео смотрит. Она просто еще не знает, что за жесть ее ждет и что она будет сегодня пробовать. И мы набрали кучу всяких разных продуктов, смотрите. Та-дам! В общем, это будет жесть, потому что здесь несочетаемые продукты, такие как, например, там шоколадки, редбулы, паштеты, селедки. Я не знаю, кому что попадется. В общем, давайте я присоединюсь к девочкам, и мы поедем, все расскажем подробнее уже. Так, все, присаживаемся, крошильки мои. Крошильки мои. Прыг, слог, крестик. Крестик, скорее скачи сюда. Блин, а я даже вас не представила. Это Полина, Полина Бонд. Кристина, скромняшка Кристина. Это все ростовские блогеры. Ростовские блогеры рулят. Значит, вот они продукты. Все вы их все не видите. Не знаю, куда их нужно поставить, чтобы их все увидели. Тут, короче, много всего. Но они все записаны здесь. Вот в этой вот хрустальной базе. Сейчас мы и каждая из нас. Я так все перемешала. Ничего не видно. Видите, ни черта не видно. Все, мы перемешиваем и берем по сколько? По 5? Ну, по очереди. Да, по 5, чтобы было. Сразу по 5? Я думала, по одному так. Нет, давайте сразу по 5. Суть вообще? Кристинка еще не в курсе вообще. Суть в том, что у нас есть несколько продуктов, которые можно положить в смузи, действительно, а 5 продуктов, которые, в принципе, туда не кладут. И в итоге 5? У тебя получится такая ядерная смесь чего-то необычного. Но здесь не поштучно, здесь вообще все вперемешку. Короче, давайте брать. Вот кому как повезет. Вот, например, да. Давайте я возьму на себя весь риск и возьму первое. Ну, например, да, первое. Фиксик. Ну, фиксик, это не страшно, да? Где ну, такой, в принципе, можно положить. Да, еще сладко. Дальше. Мы сейчас проверим, чтобы было прикольно. Сырок дружба, да? Вот уже что-то не... А, где у нас сырок дружба? Где дружба? Я, кстати, взяла дружбу специально, чтобы не поссорилась. Вот. Сырок дружба. Фиксик! Дальше. Только бы не селедка мне попалась. Яблоко. Ну еще что можно. Же, селедка есть. Яблоко, да. Яблоко. Третье, четвертое. Фрутелла. Ну мне везет пока, да? Мне везет. Ну, относительно, да. Только не селедка, пожалуйста. Мармелад. Ну слушай, ну тебе прям вкусно. У меня вкусно будет, да. Давайте, теперь вы, девчонки. А, так у меня заставка. Заставка, да. А у меня скитлс. То есть селедка по-любому кому-нибудь попадет. Кисленький, да, ты взяла? Скитлс, да, я специально взяла кислый-кислый, чтобы... Читайте. Чего не читайте? Горчица. Красиво, как из того мультика. Ню-ню-ню. Горчица и скитлс, офигеть. Мне уже нравится. Давай, пойдем. Ну, ничего, это будет ничего. Очень. Ты боишься, да, Кристина? Чипсы. Чипсы, отлично. Да, в принципе, нормальные все продукты. Вот вы помните, как мы ели, да? Маги. Маги, отлично. Кубик маги. Вы не знаете вообще все? А что у меня такое? Накрошен чуть-чуть. Все у тебя классно, у тебя будет съедобный челлендж. Кристина, а есть хотела, а ты... Грейпфрут. Все, что я не люблю. Грейпфрут. Все. Отличненько. Вы вообще в Кристина это записали, чтобы... Давай, записали. Селедка тебя ждет. Давай. Не останавливайся. One. Ой, сразу two. Ты хочешь сразу взять, чтобы, да? Ну ладно. Сейчас. Ряженка нормально. Нормально. Давай. Стопс. Да, это вот. Конфетки с шоколадной. Стопс, конфетки. Ну, в принципе, ничего, как йогурт. Ну да. Вполне себе. Рафаэлла. Рафаэлла, слушай, Аля, у нее тоже нет прям одной. Сыр. И сыр. Подожди, сколько ты взяла уже? Сыр. 4. Давай. Кусок прям. Селедку. Нет, у меня лакомка. Ля, у нее одни сладюшки. Давайте кому сладюшка. Тебе прям это... Подожди, а давайте кому сладюшка, тому бонус еще возьмет, пока он еще не... Ну как это у меня сыр уже? Ну вот у вас получилось все сладкое и сыр, и у тебя. А у меня... Все нормально. То есть я тоже, давай. Покушаем. Давайте, мы с Кристиной берем еще по одному, чтобы было что-то такое, прям жесть. А что у Полины, что? Ну, Полина нормально. У меня ужас. Так, у меня кетчуп. Кетчуп. Ну,
Ура! Мне вот что затошнило резко, реально. Кристина, бери. Поесть она захотела. А ты так и ждешь, чтобы есть лимон. 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 Не, ну ничего, кстати. Блин, вот у меня сама. Давай еще, Кристина. Она не хотела? Кристина, давай еще. Бери весь удар на себя. Вообще. Рыба. Середка. Йоу, ты какая вот. А нечестно. У меня 70. Супер. Все, смешиваем. Сейчас мы все это будем смешивать и пробовать. Мы, конечно же, все друг друга потом попробуем. Так что не волнуйтесь, никто. Мы должны оценить жесть друг другу, кто на что готов ради челленджа смешного для вас. Итак, мы берем вот такой вот измельчитель, офигенский, у меня дома тоже такой. И что? Ну и делаем. Крис, нож, нож давай. А пока что я сделаю фиксик. Эти продукты у нас еще останутся и на наши другие челленджи, поэтому мы не будем делать все, весь фиксик. Я вот половину фиксика. Фрутелла. Для вкуса, да. Да, давай два. Ой. Сырок дружба, тоже его чуть-чуть. Ну как, вообще красиво получается. Ну как чуть-чуть, вот так вот. Яблочко. А дружба вкусный. Сырок. И кетчуп. Главный ингредиент. Мама! Ай, мамочки, страшно! Да. Да, водички. Водички? Ну, чтобы смузи был. Давайте экспровизировать. Много редбульчика. Мамашки. Точно плохо стало. А для Кристинки вкусняшки. Блин, дай. Ни у кого не будет полезного смузи. И сало не будет. Господи. О, привет. Девочки, мне тоже нет. Можно я не буду это пробовать? Не, мы же должны все смешать сейчас. Помыть, каждый смешает, потом мы уже это все пробуем. Итоговый вариант. Каждый свой. Да мне кажется, ты сейчас еще как не оторвешь тебя от стакана. Маргарита. А давай ложку, что? Если мы все с одного стакана, то что я тут слюни пускать себе? Мама! А ты уверена, что мы тоже это будем пробовать, так сказала? Все должны все попробовать. Но Кристина на селёдку должна... Только... Разделить. Блин, если бы не селёдка, у меня был идеальный смузи. Не заставляйте много, только, я пожалуйста. Я боюсь блевануть на стол. Понятно. Ой. Давай ешь вот то. Ну как? Ну вкусно ведь. Ну чувствую вкусно. А дай-ка мне подлиночка ложечку. У меня уже это было запах потрясён. Я не могу. А что там у тебя прям такое? У нее все нормально, кроме кетчупа. А, сыр еще, да, есть? Я чувствую все там вообще. Просто нам непривычно такой рецепт проводить. Ты продавалась бы под названием. У меня слезы просто, Кристина. Так вот в макарончике, да? Да, мне попалось яблоко, кетчуп. Да. В принципе, сочетается вещь, сладкий. Да. Ну кушайте, девчоночки, приятного. Нет, да можно макароны добавить. Надо было макароны. А, слушайте, прям соус, да, для спагетти, отличный. С червячком. Я чувствую вот эту вот нутеллу и сладкое, что нет, больше всего чувствуется яблоко, кетчуп, в принципе, и это сыр. Нормальный соус. И мне становится от этого плохо. Смотри, сыр, яблоко и кетчуп, это, в принципе, соус. И вот если бы не было здесь фрутеллы, то... Поешь. Нет. Давай макарончика сварим. Да есть готово. Да ты, главное, не нюхай. Нет. Взять вот так вот. Давайте вы крошки уж лучше. Я мою все это за собой. Конечно, я прохалтурила, но я просто, у меня проблема с вот этим вот. Крис, ты выбросил? Хватит, залила нашу историю, закидала уже нашими этим. Все, всю давай. Интригу. Полина. Так. Поехали. Ну давайте, давайте. Кристинка, давай ты это. Можешь одну дольку нам сделать? Прям весь кинозажечек или половинку? Половинку. Нет, может третинку даже кинуть. Ну вот, хорошо. Для начала разделываем грехи. Скитлс. Немного. Какие они классные. Ой, бля. Чуть-чуть сейчас делаю. Ты знаешь, как я буду чувствовать? Это знаете, как называется? Я просто ненавижу. В чужом огороде трава зеленеет. Свое не ела, значит. В чужого лукошка лезет. Да.
нравится. А все так радужно, кстати, да? Не видно. Вот нам тоже Сильгин понравился, мы с макарончиками. Давай скорее один уже. Соус. Давай долечку. Для начала нужно. Надо было как-то, как полезно, с корочкой. А что-то все, надо было все сюда чистить прям. Может, шкорку кинуть? Туда. Ну, кстати, шкорки говорят, да это много. Нормально. Дайте я заберу одну. Как ты спрашиваешь? А ты его любишь, да? Кристина, ты потом съешь все это. Вон у тебя смузи грейпфрут. Нет, это я не хочу. Полина. Не, ну Полина, ну, интересно. Давай. А ну, мне зато такой радужный. Готовы крошки? Мне страшно. Пахнет вкусно, кстати. Да, может, мы его и съедим еще. Детство, аллергия. А я чувствую горчицу. Фу, я какой-то чувствую запах. Нет, мерзкий. Это чипсы, рукой все запах. Я не буду пробовать, можно? Жутко чувствую запах. Чипсы и горчицы. Чипсы и горчицы, жестко. Ой, странный запах такой. У меня аж трясет. Давай, Полина, где ложка? Мы тебя поддержим. Морально. Ложка. Ну это чипсы, наверное. Да что ты не поймешь, мы же все кладли на твои глаза. Ну да. Это они в перемешку со всем этим. Бедная Полиночка, это, мне кажется, жестче, чем селедка Кристинкина. Подожди, до селедки еще не дошло. Какое химическое сочетание, в итоге что получается? Вот. Фу! Меня уже скукожило! Да, странно. Я не пойму, что портит этот вкус. Хорошо. Бедная моя. Да нормально. Я не вижу горчицы. Ну давай нормально. Попробуй. Нормально горчица, Магиня. А ты попробовала? Да. Я попробовала очень хорошо. А не попробовала? Хитрая Силька. Пробуй, так мы должны все пробовать. Силька, давай. Хитрюга. Девочки. Фу. Ой, фу, у меня привкус остался. Нет. Еще и привкус остался. Я буду плевать. Короче, я рада, что это все происходит на моем канале, поэтому я могу немножко попробовать. Нет, ты должна съесть хоть, ну, так. Мы тебя сейчас привяжем. Это просто грейпфрут. Дайте мне голос, не рад. Это просто грейпфрут. Это не просто грейпфрут, это ужас. Не, а ты пробовала этого? Да. Я попробовала. Почему у тебя такие нормальные глаза? А знаете, что это было? Это привкус вот этого было, бульона. Это бульон отдает. Ужас. Итак, Кристина. Кристина, давай помогаем тебе, лаком. Давай. Мы все подождите. Я моя еда, чего есть мой еду. Я не хочу Рафаэла переводить, я ее так съем. Дай ложку. Ну одну кинь, не страшно. Я жадина, да. Я сделаю тебе жадина, одну Рафаэлку. А что, мне ряженку? Наливай ряженку. Наливай ряженку. Самое классное, это у Кристинки вот селёдки. Слушай, ты как это положила в кадре, знаешь? Зачем ты это сделала? Знаешь, это как ложка дёгтя в бочке мёда. Нормальная тряпка, блин. Втираем. Один. Да, знаешь, как пятница. Да ты чё, да ну... Они тянете, чего? Сладкоежка любит поесть вот это вот. Когда не снимаем, можно поесть. Снимаем. Там проходи. Да, там проходи. Селёдка не хочет открывать тебе. Сейчас мы вот это сняли. Да, килька. Это килька. Это килька. Ещё хуже. Ещё хуже. Как точно можно говорить о кильке? Нет, тетя Таня, у нас тут картофель, у нас тут кильки, Рафаэлка. Ряженка. О, так вот это масала в шоколаде называется. Одну или две? Давай две. Давай, сейчас, погодите. Мы Кристинку любим. Кристина, ты еще не знаешь, у нас только, что это детокс очищения. Еще не знаешь, чем это же пирожки? А лимон сделала? Да, вон прям какая долька. Давай смотрите. Кристина, все для этого инстаграма. Кристина, давай лучше молись. Тетя Таня, вы не хотите попробовать? Хочу. Фу. Ой, можно? Я не буду нюхать даже. А ну что это? Ну вот селедка все испортила. Шоколадом пахнет. Да, пахнет
шоколада. Да. Ну, ну, тебе вкусно. А маме нравится. А ну давай, давай стаканчик. Давай стаканчик, Кристюш. Это что, я там... Да давайте оттуда прям есть. Это что, я там заснялась? Ваша руку только видно. А, вот стаканчик. Подожди, подожди. Мам, не надо вот это вот показывать семейные наши традиции, что мы любим. Кристина, мы сейчас о тебе узнаем. Да. Ты таким обычно у нас всегда питаешь заказ. Давай, Кристина. Знаешь, лимона? Пахнет шоколадом. Да, как это... Да ешь? А ей все вкусно. Ну не все вкусно, но в принципе терпимо. У нее просто да? Глаза остаются на месте. В плане съедобно, короче. Невозмутимое. А кстати, ну лимончик, он как-то скрадывает. Да, и нежный вкус такой. Ну, вкус нежный такой да, получается. Пробуйте, Наля, не бойся, вот понравится лимончик. Вкус лимона идет. Да. Кто бы подумал, да, казалось бы, вот у вас... Вот у Полины вообще казалось нормальный продукт. Селедки вообще не чувствуете? Не чувствуете. Пожалуй, мы перекусим. Мы собирались сделать для Кристины жесть самую, так как она самая невозмутимая. В итоге у нее самое вкусное получилось, реально. И шоколад, и лимон, и вяженка. Да. Поздравляем тебя, Кристина. Почти настоящий смузи. Будешь везет. Так сказать? Наверное, потому что она постилась. Боженька ее любит. Все, дорогие мои девочки, мы пошли все это мыть. В общем, девчонки, как вам челлендж? Довольны? Силька, спасибо тебе, но я осталась голодной. Силька, Килька. Сейчас мы будем делать пиццу и хот-доги-бургеры, да, на канале у Кристины и у Полины. Внизу под видео я оставлю ссылочки на Полину, на Кристину, на их видео. Я просто очень надеюсь, что все-таки наемся. Наешься ты, наешься. Все, мои хорошие, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, переходите к девчонкам, поржем с них. Надя, а с вами была я. Мам, ну реально не знаю.